Здравствуйте, с вами Андрей Старунов. Я являюсь одним из партнеров компании Reflame, и это видео предназначено для тех, кто сейчас принимает решение, заниматься бизнесом с Reflame или нет. И если заниматься, то насколько серьезно. На данный момент те результаты, которые есть у нашей команды в этом бизнесе, позволяют сказать, что этот бизнес работает и действительно может приносить очень неплохой доход. В данном примере вы видите чеки наших партнеров и мои в том числе. Но некоторое время назад я, как и вы, возможно, тоже стоял перед принятием решения, буду ли я заниматься бизнесом с Reflame. И хочу вам сказать, что это решение мне далось очень легко, потому что я задал себе три вопроса, ответил на них, и после этого решение пришло, ну, по сути, автоматически. И сейчас я хочу показать вам эти три вопроса, чтобы вы тоже себе на них ответили. Вопрос первый. Что произойдет, если я не начну бизнес с Reflame? Я довольно четко представлял, что если я не начну что-то делать, ну, например, не попробую построить бизнес с компанией Reflame, то моя жизнь не будет очень сильно меняться и останется такой, какая она была на тот момент. И я понимал, что меня это не устраивает. Поэтому решение начать этот бизнес было достаточно простым, я бы сказал. Тем более я понимал, что при этом я ничего абсолютно не теряю. Второй вопрос. Как будет выглядеть моя жизнь через год, если в этом году я не буду ничего менять? По сути, каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. Но я достаточно четко понимал, что если я начну этот бизнес, то у меня есть два варианта. Может получиться, а может не получиться. При этом, если я этот бизнес не начну, то вариант только один. Ничего не изменится. Если не совершать действия сейчас, через год не стоит ждать каких-то кардинальных изменений. И будет происходить все то же самое, что происходит сейчас. Третий вопрос, на который я себе ответил, это очень важный вопрос. Я рекомендую вам на него обратить особое внимание. Этот вопрос звучит так. Почему я смогу добиться успеха в бизнесе с Reflame? И вот сейчас я могу дать очень четкий ответ на этот вопрос. Во-первых, есть пошаговая система построения бизнеса. Есть обучение, что делать, как делать. И каждого нового партнера проводят по этим шагам, чтобы человек научился тому, чему нужно научиться в бизнесе. Но что же зацепило в свое время меня? Это то, что компания Reflame уже более 45 лет на мировом рынке. Из них более 20 лет в России. Компания очень надежная, а также является самой быстро развивающейся MLM-компанией в мире. Второе, что меня склонило к положительному принятию решения строить бизнес с компанией Reflame, это наличие просто огромного количества историй успеха, историй других людей, у которых это получилось. Причем не где-то там получилось, далеко за рубежом, а именно здесь, у нас в России. И я хочу тоже вам сейчас несколько таких историй показать. Это пример одного из наших партнеров. Это семейная пара Алена и Иван Родионовы. Они живут в городе Барнаул, Алтайского края. И когда они начали свой бизнес с Reflame, в первый месяц их доход составил примерно 1200 рублей. Как вы понимаете, не очень впечатляющая сумма, с учетом того, что примерно в это же время у них родился ребенок. Но зато уже через несколько месяцев их работы, упорной работы с компанией Reflame, их доход составил уже более 20 тысяч рублей. А через полтора года в бизнесе их доход составлял уже более 150 тысяч. И сейчас, когда ребята открыли квалификацию топового лидера в компании, их доход начинается от 200 тысяч рублей за 3 недели. Согласитесь, полтора года работы в этом бизнесе того стоят. Следующая история – это история Анны Шапира, преподавателя русского языка и литературы. И эта история интересна тем, что Анна живет в городе Тогучин. Если вы не знаете, где это находится, то ничего страшного. У вас нет проблем с географией, потому что все, кому мы задавали этот вопрос, они не знают, где находится город Тогучин. Так как это такой небольшой городок в Новосибирской области с населением чуть более 21 тысячи человек. И вот Анна живет как раз тоже в этом городе. Первый месяц в бизнесе ее доход составил 753 рубля.
Через 12 месяцев доход от бизнеса был уже 50 тысяч рублей, что ей позволило написать заявление об увольнении с основного места работы и работать далее только на себя, а не по найму. И вот один из ее недавних чеков составил 113 тысяч рублей, тоже за те же полтора года работы. И вот как раз этот пример меня очень сильно вдохновляет, потому что показывает, что даже в маленьких городах, где немного населения, где может быть не очень высокий уровень жизни и дохода, можно успешно развивать этот бизнес и сейчас. То есть это отличный пример, как в маленьком городе можно успешно развивать бизнес компании Oriflame. Вот такие вот истории простых людей, таких же, как и мы, которые, на мой взгляд, дают ответ на вопрос, почему у вас может получиться этот бизнес. Просто потому, что уже есть много примеров людей, которые это сделали. И напоследок хочу сказать, что успех – это не случайность, а результат упорной работы и прежде всего работы над собой. И в любом случае, начнете вы бизнес с Oriflame или не начнете, вы принимаете для себя решение. Это будет решение либо начать что-то менять в своей жизни к лучшему, начать обучаться необходимым навыкам, начать увеличивать свои доходы, или это будет решение оставить все по-старому. И на мой взгляд, одна из самых больших ошибок, которую можно сделать, это отложить старт в этом бизнесе на когда-нибудь потом. Потому что, как правило, как показывает практика, есть такая цитата: «Дорога под названием «потом» ведет в город под названием «никуда». И если вы откладываете принятие решения на неделю, на две, на месяц, то постепенно вас начинают раздергивать какие-то другие дела. Вы опять погружаетесь в текучку, и вы забываете про то, что есть такая возможность что-то сделать со своими доходами, увеличить их и полностью изменить свою жизнь, став финансово независимым человеком. И на данный момент есть масса людей, у которых получается строить этот бизнес. В какой-то момент они приняли для себя решение. Приняли решение, что они хотят получить то, что может предложить Oriflame. Это растущий доход, это свободное время, чтобы проводить его с семьей. Это возможность путешествовать, это возможность ездить на хороших дорогих автомобилях, таких как Skoda Rapid, Volvo, Mercedes, причем за счет компании. Это возможность получить недвижимость по программе «Мой дом» с Oriflame, тоже за счет компании. И самое главное, на мой взгляд, это возможность помогать другим людям добиваться таких же результатов. И они приняли такое решение и начали действовать, и начали двигаться в этом направлении. Это было непросто, но оно того стоило в конечном итоге. И есть масса людей, которые все это получили. Вопрос: чем вы хуже?